Всем привет! С вами проект «Первый видео авторынок». Хочу представить вашему вниманию автомобиль, который только поступил к нам на продажу. Это Mitsubishi Delica D2, аналог автомобиля Suzuki Solio. Это машина 2011 года выпуска. У нее мотор бензиновый 1,2 литра, мощность его 91 лошадиная сила. Привод здесь передний, коробка передач вариаторная. И пробег в данный момент всего лишь 42 тысячи километров. Это машина без пробега по России. ПТС-ка здесь оригинальная, конечно же. Хозяев еще не было, машина привезена из Японии, именно там ее и собирали. Сейчас стоит зимняя резина комплекта 1 и сигнализация здесь штатная. И стоимость этого Mitsubishi Delica D2 495 тысяч рублей. Объявление о продаже именно этой машины вы найдете на нашем официальном сайте vam1.ru. Также ищите видеообзор на эту машину на нашем канале «Первый видео авторынок». И находите нас в Instagram. Спасибо за внимание и всем пока!